Всем привет, с вами я, Катюшка, и сегодня мы продолжаем открывать подарочек от Святого Николая. Да, мы в прошлый раз не успели открыть киндеры, и сегодня мы их будем открывать. У нас есть такие разные киндеры, тут есть киндеры из серии «Холодное сердце». Что у тебя там, Катюшка, за киндер? У меня просто девчачий киндер. Киндер «Несподзянка», киндер из серии «Профессии» киндерина, «Принцессы». Ну и холодное сердце. Ну что, начнем? Не коллекционная. Наверное, не коллекционная игрушка. Что там у нас, Катюшка? Вот такая вот лягушка. Это рисовать. Сюда нарисовать водичку. Вот такая вот серия лягушек с кисточками. Кисточками и с красками. Можно рисовать. Мы будем открывать принцесс. Ох ты! У нас уже такая игрушка попадалась, и мы знаем, что это. Это увеличительное стекло, морской конек. Да. Они могут быть разные. Желтые, красные, синие, зеленые. Увеличивает. Ну да, он действительно увеличивает. Здорово. Давай смотреть дальше. Я знаю, что это такое. Это такой экранчик, на котором рисовать. Сейчас мы нарисуем логотип Катюшкиного канала. Ну, в общем, вот такой вот экранчик. И вот так он натирается. Вот такой вот вкладыш. И бывают разные экранчики. Этот экранчик ставится на нашего льва. И вот такой вот экранчик. Ну что, открываем дальше? И нам попалась коллекционная игрушка! Ура! Ух ты! Это беленькая, это, наверное, Олаф? А, это из серии киндерина. Угу. Это киндер. Наверное, это космический. Космонавт. Нам попался киндер космонавт. У нас уже есть рыбачок из этой серии. И теперь нам попался космонавт. Вот какой он красивый. У него такой скафандр. И он нам передает привет. Привет, земляне! У-у-у. Из космоса. Привет из космоса. Класс! Ух ты, это, наверное, колечко. Там такой прям настоящий бриллиант какой-то. Это какая-то серия колечек. Можно одевать как подвесочку. Это колечко-тайник. Можно сделать какую-то тайную записочку, положить туда и спрятать. И никто об этом даже не узнает. Вот такое вот необычное колечко. Колечко-тайник. Вот какое у нас колечко. А ну, Катюшка, одень на пальчик, покажи нам эту красоту. Пинчик красивый. Очень красивая колечко. У нас остался последний киндер. Это еще одно колечко, только из другого цвета. Да, ты хочешь, чтобы тебе попалось еще одно колечко? А я хочу коллекционную игрушку. Надеюсь, нам попадется. Я тоже. Ты тоже хочешь? Ну, давай. К сожалению, нет. Только один. Только одна коллекционная игрушка. А ну, давай смотреть. Я вижу, мне кажется, это какой-то волк. И волчонок. Ух ты, они такие какие-то резиновые, вот они какие-то не пластиковые, а резиновые. Волчица вот такая. И вот такой вот малыш, волчонок.
видишь? Тут еще нам может попасться из этой серии бобры, еноты, а скунсы, скорее всего, это скунсы и мишки. Вот такие вот киндеры сегодня нам попались. И один коллекционный. И один коллекционный. Всем пока, подписывайтесь на канал и полетел. Пока-пока!